Сегодня я снимаю фильм о том, как сделать из бочки без дна емкость для сбора дождевой воды. У меня есть вот такой вот лист, двадцатка ДСП. На него я положу кусок рубероида. А внутрь бочки я оформлю полиэтилен. И туда будет собираться вода. Вот там, возле чайника, раньше стояла хорошая бочка. Она мне понадобилась для других целей. И сейчас я поставлю здесь новое устройство для сбора воды. Я купил вот такие пакеты для мусора. Объем 240 литров. Стоимость 10 штук 99 рублей. Я сейчас несколько штук размещу в бочке, потом налью воды. Два мешка бывших употреблений с дырками я первыми разместил в бочке, и новые, абсолютно герметичные, поверх этих старых мешков. Сейчас буду заливать воду, буду проверять. Продолжение следует. К сожалению, набрав три ведра, мне пришлось один из мешков для мусора вытащить, потому что он упал. Вот эта вот закрутка не помогла. Я решил оставить один герметичный и взять полиэтилен более толстый, который я завязал снизу на узел. Но он нужен только для того, чтобы он был вот так в середине. В качестве механического щита для черного мешка. Сейчас я все это проволокой завяжу, опущу до дна и покажу вам окончание фильма. Я завязал вот тут внизу длинный такой пакет, метра полтора, проволокой, а в бочку одел два герметичных пакета из-под мусора. И теперь опускаю туда этот мешок. Сейчас я его расправлю. Он больше, чем бочка по диаметру. И закреплю. Потом я вам покажу. Я закрутил стальной проволокой с помощью пассатижей вот этот заворот пленки и налил 3/4 воды в бочку. Здесь немножко надутый полиэтилен, но он потихоньку выпустит воздух и все встанет на свои места. Обратите внимание, ничего не течет, рубероид сухой. Это я немножко налил. Бочка сухая. Главное, стенки у него хорошие. А дно четырежды защищено с помощью полиэтиленовых тонких пакетов для мусора и более толстого 0,3 вдвойне два слоя полиэтилена. Обычная бочка стоит 500 рублей. 5 лет бочка без дна ждала своего часа. Я ее использовал по назначению. Теперь под этому стоку дождевая вода будет наполнять эти пакеты. И аккуратно надо, чтобы не порвать какой-нибудь пластиковой емкостью. Например, вот такой. Доставать воду и
поливать свой огород. Желаю всем использовать свои ресурсы для своего благополучия. Солнце на закате.